Сегодня, в Международный день белой трости, символа незрячего человека, в Чебоксарах стартовали республиканские соревнования, чемпионат по спорту слепых в дисциплинах шашки и шахматы. Это самые популярные в Чувашии игры среди людей с инвалидностью по зрению. Специальная доска для шашек и шахмат. И не совсем обычные фигуры. Людям с ограниченными возможностями по зрению важно трогать, ощущать. Поэтому шашки одного цвета выпуклые, а другие вогнутые. Черные шахматы гладкие внизу, а белые с выемкой. Азартные, интересные и бескомпромиссные игры. Здесь побеждают игроки с полной самоотдачей и настоящим спортивным мужеством. Шашисты и шахматисты Чувашии достигают больших успехов во всероссийских соревнованиях. Неоднократно завоевывали призовые места в чемпионатах и кубках России. В 2008 году спортсмены из Чувашии заняли второе место в командном чемпионате России по шахматам среди незрячих в городе Кострома. Соревнования проводятся регулярно на протяжении многих лет. Сегодня здесь собрались сильнейшие спортсмены республики. Незрячие здесь могут реализоваться как спортсмены, и они участвуют с удовольствием в шашках, в шахматах. Мужчины в шашках будут играть по швейцарской системе в 5 туров. Мужчины в шахматах играют тоже по швейцарской системе в 5 туров. И женщины по круговой системе в шашках будут играть 8 туров. Первой среди женщин в шашках стала Вера Харитонова из Чебоксар. Среди мужчин Сергей Зайцев из Комсомольского района. А в соревнованиях по шахматам чемпионом стал Николай Зайцев из города Козловка. Призеры чемпионата Чувашии войдут в сборную команду и будут представлять нашу республику в командном чемпионате России по шахматам, который пройдет в ноябре. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.